Госдума сегодня собралась на первое заседание после каникул. Эта сессия, как предполагают парламентарии, будет непростой. Предстоит разработать и принять ряд антикризисных законопроектов. А кроме того, обсудить новые правила формирования бюджета. Не трехлетнего, как это было ранее, а однолетнего. Это, по мнению Минфина, позволит минимизировать ошибки в расчетах и сделать более точные прогнозы. Еще одна инициатива касается совмещения думских выборов и единого дня голосования в следующем году. Это будет 3 воскресенье сентября. Сегодня депутаты говорили и об итогах выборов, прошедших на днях. Результаты единого дня голосования говорят о высокой консолидации общества в поддержку курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поддержку тех политических партий, которые реализуют этот курс, и прежде всего парламентских партий. Это была открытая и высококонкурентная кампания, самая масштабная за последнее время, потому что избирались кандидаты от поселкового совета до высших должностных лиц региона. О возросшей конкуренции на этих выборах говорят и эксперты. Политологи сегодня обнародовали результаты доклада, посвященного прошедшему голосованию в регионах. Отмечено большое количество кандидатов и малый процент тех, кто с гонки был снят. Это сделало борьбу за места в заксобрании более напряженной. Анализ данных также выявил и причины, по которым столь малый процент голосов получили внепарламентские объединения. Ключевой проблемой для непарламентских политических партий остается отсутствие нормальных механизмов рекрутирования кандидатов. Вот это клонирование московских списков – это ненормальная политическая стратегия. Вторая проблема – это отсутствие перспективного, то есть рассчитанного хотя бы на 5 лет политического планирования. Невозможно тыкаться в один регион, второй регион, проводить такую кампанию или сякую кампанию. Нужно строить четко сети по регионам. Из сети должны прорастать активисты, и должны они далее участвовать в выборах все более и более высокого уровня.